В 20 метрах от Трамп Тауэра. Я здесь был в мае и сделал фотографию, сказал, что это дом будущего президента Соединенных Штатов. Так оно и получилось. Давайте чуть вперед пройдем. Насколько я понимаю, здесь 24 часа в сутки все перекрыто. То есть к самому дому подойти нельзя. Хотя очень хочется. Ну, здесь много-много журналистов. Да, это знаковое событие для Америки. Идем дальше в Центральный парк. Never seen another black church with long shield on. Never.